Зачилка продолжается. Да, мы дальше идем снова лазарем. Все еще лазарь, все еще на мать. Теперь можно умирать. Есть плюсы, теперь можно умирать. Бета не открыта. Даже уже слегка закрыта, я бы сказал даже. Неплохо так-то закрыто. Нормально. Лазарин. Лазарь на мате, может быть, на босс раш, если повезет, хотя... Хотя не особо-то он и нужен. Нож, нож мы открыли в прошлом стриме. Нож уже открыт. Я Айзеком ходил до этого. Вон. Тоже был ран хороший. Везде диля пройден, просто балдеж. Просто балдеем пока. Пока просто балдеем. Так, пуберти, ага. Пуберти, так пуберти. Ключ, ага. Не, кто не чилит, тому бан. У нас чилит нынче. Только чил. Поэтому всем чилить. Никакого напряга в чате. Не, можно без отпуска. Но можно и с ним. С ним даже лучше получится, наверное, почилить, я думаю. Это еще больше располагает, наверное, к зачилу, когда у тебя отпуск. В среднем. Это еще проще это делать. Эйсид же. Хеллоу. Норм, наверное. Опять муха-норм. Тот самый грипп муха-норм. Как дела? Yeah, I'm good. Just fucking melting. It's almost plus 40 outside. Well, it was. Not in the moment, but... It's gonna be plus 38 Celsius tomorrow. Which is a lot. You doing? Yeah, plus two it's like deaths and challenges and stuff because the game doesn't track deaths and challenges. I died twice in ultra hard yesterday. Like a noob. Я возьму. За 7 копеек. Блин, там так ты портал прикольный. Портал тоже прикольная штука. Enjoying my days off? Fuck yeah, man. That's fucking great. Days off are nice. Это пока не берем. О! Вот я, наверное, тогда сразу запрокал лазаря, кстати. Оно! Давай. Блять, не хватило. Чутка. Это уже, если случай, мне Хималакри, наверное, рано. Навряд ли. Столько раз я бы не успел. Зафигачиться. Так, пошли отпуска. Блять, подобрал. Ну, ладно-то, хуй с ним. Потом, значит, убьюсь. Тогда, может, убьюсь на сделке, может. Смотрим. Опять, прям на входе оставил, конечно. Я тут же забрал, как всегда. Как обычно, что нового. И сразу. Может, была бомба запушить снизу. Да. Кстати, тут реально, походу. Нифига, боевик прикольный, у него козявки, походу. Какие-то. Чё за. Чё за хуйня? Чё это за эффект? Какой странный. Это типа какой-то цемент, но какой-то сильно быстрый цемент. Как будто какой-то ускоренный цемент. Это чё за говно? Нихуя себе! Ладно, оставили. Так, ключ надо один оставить. Ключ надо оставить на Альтраут. Пошел нахер, мистер Паук. Да, у него, походу, какие-то козявки цемент. Козявки на цементной основе, видимо, и такие есть.
Такое может быть. Никогда такого не видел. Тупо тря это мочилит. Я вот паука брать не сильно хочу, честно говоря. Может быть, я убрать его и не стану. Так, сейчас надо точно убиваться. Сейчас надо по-любому лазаря прокать. Тут прям все хорошо для этого сложилось. Как надо, ты сумасшедший. Вообще, да, он даже, по-моему, называется, по-моему, сумасшедшая же многоножка. Чё я спрашиваю? Так, костер оставить. Костер не тушим. Кстати, еще не было в этом руме, окей. Потом поищу ее. Чуть попозже. Тоже сделаем. Шикарно. О! Даже есть чем лочить, в принципе. Хотя, хочу ли я хп сливать все контейнеры? Ну, хотя у меня будет еще плюс контейнеры, плюс бинки. Ну да, наверное, можно. Наверное, можно. Привет, Вольфичок. А, подожди, я еблан. Я теперь не могу этом взять. Я хуйню сделал. Ладно, не важно. И не хотел этот Dark Matter брать. Я что-то опять это... Улетел маленько в космос. Ладно, не важно. Так, а если... Не, даже если есть, я уже не хочу рисковать, ладно, неважно. Ну хотя, ладно, я могу так пойти. Я могу красное слить еще успеть. Если есть босс-рум, я могу в нее зайти туда. Там тоже что-нибудь взять. Две, кстати, я нихуя, по-моему, не открыл. С этим я не хочу играть. И так билд хороший будет. Ладно, нормально. В целом ничего фатального не произошло. Dark Matter реально порой больше глаза ебет, чем от него толку. Он уже вон гармончики есть, уже дамаг получил. Не, ну просто может у них нет денег на отпуск. Ладно. Или может их не отпускают в отпуск. Ладно уж. Не будем прям уж сразу убивать людей. Бывает такое. Опять мухи. Бля, дорога опять походу дебильная. Опять походу очень далеко идти. А нет, вон пошли отпуска, видишь, нормально. Все нормально, пошел чил. Все под контролем. Бомбы нужны. Блин. Тут прям все вкусное. Классно, Рома. Классная тренька. Удачи ее прокать. Классный меченый камень, блин, бомб вообще нет, камон. Бомбы вообще отсутствуют напрочь. Так, ну, кстати, это я могу ластом открыть, кстати. О, это балдеж. А это балдеж. О. И вот у меня уже есть бомбы, даже, я бы сказал, у меня есть все бомбы теперь. У меня есть все бомбы мира. Ну, походу, мы идем в шахты сразу. И это хаос-карта, охуеть. Judgment. Это хаос-карта. Так, сюда я пойду не ластом, окей? Чуть попозже. Попозже, не спешим. Книжку можно нажимать сразу, она тут ни на что не влияет. Так, пытаемся не умереть. Пытаемся не умереть.
своими силами. Дропы зеркальные. Прям пусим. Максимально пусим. Нормально. Четко. Окей, в какой-то веке нормальный этаж дали. И нормальный билд. Чтоб точно ластом можно было спокойно пропердиться. Повезло. Все. Так, теперь это можно дофармить. Это будет очень хороший забег. Не, босса я что-то не хочу проходить. Босса все же опасно проходить. Хотя он на самом деле может даже и не опасный. Золотые бомбы есть. Я просто не знаю, что там за босс. Я не видел, что там за босс. Плюс до него еще идти надо, сука-то. Вообще не очень далеко. Это как будто уже не чильно, окей? Тоже как будто какой-то античил будет. Идти на босса без мантии. Есть ванап, но... Кстати, если я умру, то я потеряю все хп, да ведь? У меня все хп отберут. Это будет грустно. По-моему, это будет грустно. Я буду плакать. Я уже довольно много хп нафармил на этом этаже. И про это я забыл. Про это... Я никогда этого не жду, что так будет. И оно, сука, происходит, когда ты этого нахуй не ждешь. Оно, блядь, каждый раз так и происходит. И, ну и ладно. Пофиг. Теперь, благо, все дешевое будет. Не, босс довольно мерзкий. Нахер его. Нет, билд нормальный. Не надо рисковать. Тут две части Левиафана. Зап, найс. Спасибо, что не телепил с ванал, как всегда. Может, будет Гидеон? Погоди. Если будет Гидеон, я, наверное, даже это сделаю. Я это сделаю, чат, если будет Гидеон. Только ради вас. Причем шанс реально большой на Гидеона, потому что у меня будут два этажа в шахтах. Будут две попытки. Кстати, знаете прикол? Знаете прикол? Я тоже не знаю. Не, вроде можно это сделать, погоди. По-моему, это можно сделать, надо как-то встать прямо ровно по центру между шипами. Там, по-моему, пиксель перфект почти. Сука, вроде получалось, или надо все-таки два уменьшения размера. Там, походу, пиздец пиксель перфект. Надо встать. Даже не понимаю, это где. Вроде мне получалось. Но, видимо, нет. Видимо, больше не получается. Увы. Но можно все-таки нужно два уменьшения, не одно. Может, в этом проблема. Может, нихера не одно, а два надо. Хотя вроде с бинки это делал недавно. Это Лазарь. Обычный персонаж. Просто Лазарус. Бац. Яичко. Яичко тоже нормально. Вообще, я, может быть, снова умру. А, нифига себе расположение, я бы такой хер бы нашел. А гриб такой не нужен, меня уже терзает максимальная. В принципе, скорость тоже вполне себе почти максимальная. Так что не стоит того. Да, может, уже не буду умирать. Негде умирать, сокром нет. Ладно, забей, наверное. Отдай, хипец. Бангл-версия называется Лазар Энг.
Сильный маг в ударе. Я возьму. Я пожалею, что я это не возьму. Я знаю. Я знаю, что потом об этом пожалею. First try. Легчайший Гидеон. Вот она, уникальная комната. Скриньте скорее. Доставайте ваши телефоны срочно. Больше вы такого никогда не увидите в своей жизни. Ксю, ну и говнище. Ну и говно. Ладно. Ну, хоть шляпа более-менее шахтерская. Кстати, забавно. В шахте шахтерская шляпа. Логично. В принципе, логично. В целом, все в цвет. Забавно. Блайнд. Это не забавно. Так, это первая была кнопка вроде. Боже, сколько здесь. Так, с тобой я ничего делать не собираюсь. Бомбы мне самому нужны. Ты серьезно? Ни одного хп. Вау. Давайте вторая кнопка. Какой пул? Просто по моему этому рума. Там просто по моему этому рума. Ничего интересного. Я вернусь. Я вспомню. Я надеюсь, я вспомню. Это очень может быть оно. Это очень даже, что возможно, и оно. Я, возможно, тут убьюсь. Хотя, с другой стороны, опять же, убиваться как будто нет смысла. Чепик. Вот это дрочь ради дрочи, честно говоря. По-моему, одного раза хватает. Для прока лазаря их хватит. Похуй, это реально потом забуду вернуться. Так, D4 опять же. Это оно. И это, мать его, оно. Стрик 2. Рандомных грибов. Так, кстати, пора забрать ключ. Кнопки все нажали уже. Не знаю, я вроде чилю. Нормальная музыка. По-моему, себе чильная. Конечно, не душнин тоже пойдет. Тоже нормально. Пассивный чил. Но все еще чил. Все еще под вид чила. Слепую обошел.
Ну, окей. Мать, в принципе, первая, считай, пройдена. С того способа не дойти. Фига напердел. Да? Окей. Ну-ка. Ну-ка. О, конжоинт. А почему? А, да, конжоинт, реально. Ладно, верю. А, да, ты прокнул эту хуйню. Это, кстати, будет босс-айтом, потому что я... Ладно. Ну, кстати, даже полезно вроде все равно. Смешно. Что такое стало прокать? Неплохо, господи, меченый паук, ура. Бестиарии. Нашли на бестиарии челика. Довольно, ну, не сильно редко, он типа нормально. Пойдет, в общем-то. Да, уже максимальная. Так, автомат, я не помню, что я с ним делал в этом забеге. Возможно, он еще жив. Возможно. Но не факт. Возможно, утро доброе. Тут вполне возможно. Спасибо, сердце крепли за 200. Спасибо. Эй, бля! Сейчас жопа подгорит. Он живой. Донатим. Шарпки. А нахера он мне? Мне он не нужен. Ладно, я думаю, здесь нож оставлять смысла нет, он убил нормальный. Тут мне это все же не поможет уже. Я думаю, даже эту урму скипну, честно говоря. Как будто я к этому готов. Верю в силу планетария. О, кстати, знаете, в чем прикол? А не, нихуя прикола нет. Мне не надо проходить Dark Room, да, ведь на этом персонаже. Я уже открыл Пандору. И Дилет тоже пройден, так что мне нихуя не надо. Крокодилы? Да, наверное, пух на крокодилы. Мне не особо, по-моему, нужны. Может, что-нибудь потом еще купим, еще может магаз будет. Типа хотел сказать, надо найти телепорт-карту, чтобы я мог после матери на этаж вернуться, если что, еще улететь в Даркруму. Без, так скажем, без абуза, без перезахода, скажем так. Законно, на законных основаниях. А, смешной прикол. Так. Это даже, кстати, тренька не бесполезная, у меня дети есть. Айзеков, да, наверное, надо будет ждать, кстати. Это вторая часть Гапи. Шлюпка, кстати, активированная будет, наверное, весь забег. Даже Гапи может будет, слушай. Смотрим, тоже две части. Хороший ран опять. Вроде лазарь... Исправился. Реально, планетарий пришел. Как же я эту игру чувствую? Как же я, блядь, лестницу чувствую своей жопой? Нахуй я там встал? Этого еще не было, и это охуенно этом. Ой, бля, какой сид вкусный. Какой сид вкусный. Вот похолодало, и сразу раны пошли хорошие. Сразу же. Забеги пошли сладкие. Думаю, так проще и быстрее пройти. Так, автомат уже сломан, деньги некуда тратить. Грида почекать.
если он заявится. Ой, Гридан. О, Вип-магаз есть. Но что-то кажется, у меня денег на него мало, скорее всего. Ну да, денег на него немного. Так, опять надо 4 автомата поломать. Так, ну ладно. Хуже наверх. Наверх, ага. А, та самая рума. Пожалуй, оставлю ее в покое, эту комнату. Спидап. У, я запацался мимо. Серьезно? Один хер мимо. Но запушил, конечно, стильно. На сделку. Если бы она не пришла. Такое себе. Она ж могла как бы и не открыться же. Не было гарантии. У меня вообще могло больше не быть ни одной сделки до конца рана. Это все же не гарантия. Ой, я успел на бусраж. Ой, блин. А у меня уже, кстати... А у меня уже грипп. Мне уже не надо. Ну давайте, честно говоря, ладно, спектрал, ладно, давайте пройдем, похуй, откроем миссию, ну, анлок говна, конечно, но нет смысла его доджить, весь файл, тем более на новый ресет файле, плюс, возможно, сейчас хп тут настакую, вполне себе, с кайфом, нормально, пусть будет. Ну ладно, считай, будет весь закрыт почти. Я все еще думаю, стоит ли план С открывать раньше времени. Потому что план С неиронично может, блядь, зайти. Это странно, да, кажется, но он реально может зайти. Шанс крайне маленький, но он, сука, не равен нулю. Он вообще нулю не равен. Шанс вовсе не нулевой, что план С как-то зайдет. Потому что всякие есть души Лазаря, Inner Child'ы, какие-нибудь Шеклс, еще какая-нибудь дресня. То есть, как бы есть чем это использовать. Оно типа ситуативно, но как будто я могу такую типа ситуацию имаджинировать. И типа на какой-нибудь условном ласте или теласте еще лучше. Было бы, блядь, охуенно бы такое иметь. На готове. Ну не знаю. Но он, конечно, будет срать везде. Будет в сундуках, в магазине, на сделках будет везде появляться. Один минус. Просто будет везде. Потому, конечно, сложно сказать, насколько это реально того стоит. Конечно, все равно похоже больше на Шизу, конечно, чем на реальный план действий. Причем я даже это для спидрана рассматривал как план действий. Даже настолько все плохо было. Так, тебя надо взрывать. Одна ачивка осталась этого чудика. Просто осталось его бабахнуть еще раз, наверное, 5-6. Может, меньше. Не знаю, сколько там осталось. Таракрому можно, но мне не надо. Я уже прошел. Я, кстати, про это говорил. Но мне телепорт нужен, я вот про это сейчас только что рассказывал уже. Чтобы телепорт иметь, я не могу в игру перезаходить. Не имею права. Это незаконно. Это не по чилу, понимаешь? Это не чильно так делать, поэтому... Нужно карту телепорта иметь. Только так. Только так, и это Биг Мак. Так что, увы... Ничего не выйдет, скорее всего. Это тоже не надо. Даркнесское чудовище. А красная комната что-то может сделать интересное. Может билд паролить, это не особо интересно. Биг хит, а, ну да, извините. Хуйню сказал, признаюсь. По-моему, в маке ни разу не был, как он пере это.
квалифицировался. Хотя и до этого был в нем раза два, наверное, за все время. Пуститься. Так, это надо проверить. Да, бомба золотая, нахуя, я все даже не буду их уже использовать, наверное. Куда мне их использовать с таким билдом? По секретке я так вроде проверю. Там кому-то плохо в треке. Может, наоборот, хорошо. Так, ачивка? Нет, еще не ачивка. Еще не ачивка. Кстати, раны же нормальные, полчаса. Неплохо для зачильного пейса, очень даже неплохо, по-моему. Так, ждем Айзеков. Мать не трогаем. Не надо, блядь, пердеть и вообще нихуя делать не надо, подожди. Ждем Айзеков. Потом этой хуйней уже больше не заниматься. Блядь, такие тупые углы. Ну прекрати такие ебаные углы делать, сука. Пиздец. Лучшие углы. Зови. Зови. Молодец, все. Готово. Нету айсков. Никто не добежал. Обломись. Не поступишь тут мне. Тут еще и напердел. А я, по-моему, не напердел. Она дальше, по-моему, стояла. По-моему, не получилось. Чем ждать для бестиария? Здесь ачивка на... бестиарии, типа надо найти всех боссов, всех врагов в игре, поэтому надо всякую редкую хуйню всегда прям форсить. О, кстати, надо было еще найти мух, которые красные здесь спавнятся тоже, на них посмотреть. Я, по-моему, их вообще не видел, либо внимания не обратил, которые из коконов вылетают. Так, приятно. Плюс босс раш, плюс мать на лазаре. Анлока. Так, а вот теперь... А теперь чё? А теперь челленджи. Теперь мы идем сосать. Опять. Опять сосать. Опять челленджи. Ублюдские. Так. Да, якобы открыли. И с Гейлет уже открыли. Зашибись.